Начался фестиваль с короткого замыкания, фильма «Открытие». Это альманах из 5 историй, снятых молодыми и модными, известными и, как говорят, топовыми режиссерами авторского кино. Итак, по случаю короткого замыкания сегодня у меня в гостях Алексей Герман-младший и Петр Буслов. Петр Буслов, 33 года, родился и вырос в Хабаровске, серьезно занимался боксом и самбо. Но профессиональным спортсменом не стал, потому что решил кино круче. На третьем курсе в ГИКа снял фильм «Бумер» и в одночасье прославился. После второго «Бумера» взял паузу и всерьез задумался о жизни. От мыслительного процесса его оторвала продюсер Сабина Еремеева, предложив поучаствовать в проекте «Короткое замыкание». Алексей Герман-младший родился в Петербурге, окончил ГИК. С первой же короткометражкой отправился в Венецию и с тех пор любимец этого фестиваля. Свою новеллу в коротком замыкании снял прошлой осенью, когда вернулся из Венеции с «Серебряным львом» за фильм «Бумажный солдат». Иногда поклонники от волнения забывают, как его отчество. И это, конечно же, серьезное признание заслуг Германа-младшего. Ребят, здрасте, спасибо, что пришли. Леш, вы не раз, насколько я знаю, участвовали в Венецианском фестивале на Кинотавре, по-моему, если я не ошибаюсь, первый раз, да? А Петя у нас, по-моему, как в отпуск регулярно на Кинотавр ездит. Какие ожидания, какой настрой? Ну, во-первых, я никогда не участвовал в конкурсах Кинотавра, ну, а я вообще никогда не был на Кинотавре. Вот это я первый раз приехал на Кинотавр, поэтому я не знаю, что ожидать. Но вроде пока все ничего. Говорят, что здесь весело. Петя, а у тебя самое яркое впечатление от Кинотавра какое осталось? Ну, может, приключение? У меня самое яркое впечатление, когда вот напротив, вот на том здании, висел огромный плакат первого фильма «Бумера», первого фильма моего. Это было 6 лет назад. Вот тогда было очень здорово, потому что он был невероятных каких-то размеров. И все это так было очень интересно. И это был дебют, и я волновался. Поэтому впечатления у меня яркие связаны, конечно, с дебютом здесь на Кинотавре. Угу. После Кинотавра о фильме стали говорить, и волна огромная покатилась. После Кинотавра уже пришел успех в Москву и по всей стране. Но именно стартанул фильм именно на Кинотавре. Угу. Леша, а вы на Кинотавре в этом году еще в жюри «Короткого метра». Да, вам нравится этот формат? Ну, он разный. На самом деле, этот формат очень сложный, этот формат очень непростой. И первые работы, они очень важны, да, потому что, собственно говоря, по первым двум шагам можно понять, есть ли у человека походка или нет. А вы свою первую походку помните? Да, что-то я чудовищное снимал. Я что-то снимал за грани. Я очень много снимал короткометражек на видео, получившихся, не получившихся, законченных, не закончившихся. Но первое, то, что я снимал, это были такие подростковые фантазии по поводу взрослой жизни. Довольно неточные, чудовищно скучные и невыносимо плохо сделанные. Но я делал выводы из своих ошибок. А что сложнее, рассказать лаконичную историю за 15 минут или сделать полный метр? Я никогда так не уставал, как на первой моей 10-минутной работе, которую я снимал дней 7, но, правда, она вся стоила долларов 200. Ты был продюсером и режиссером. Но тем не менее, это было очень тяжело. Да. И сейчас, когда я снимал, в общем, гораздо более сложную, но тоже короткометражку, все это было гораздо более легко. Поэтому каждая работа важна, но когда ты делаешь первые фильмы, ты страшно волнуешься и страшно боишься. Поэтому, наверное, короткометражки сложнее, как ни странно, потому что больше ответственности. Если говорить про меня, так у меня вообще эта короткометражка, она немножко в другом жанре. Она отличается от того, что я делал до этого. И очень здорово, что Сабина развязала руки нам, что не было жестких критерий. Это хочу, это не хочу, как обычно бывает со сценариями в большом. А какие у нее могли быть жесткие критерии? Никто не согласился с ней работать. Я говорю про большое кино, Лех. Я говорю про большое кино, когда жестко продюсеры тебе говорят и участвуют в кастинге, в написании сценария. Как договор подпишешь? Леша, а вы бы могли снять какой-нибудь там жанровый фильм, коммерческое кино? Вот если бы у вас заказ такой поступил за приличные деньги. Ну, понимаете, в жизни надо делать либо что-то для души, да, для внутренней гармонии, и, так сказать, для каких-то там художественных открытий, да, либо исключительно за бабло. Вот исключительно за бабло я не хочу. Потому что если бы я хотел зарабатывать много денег, то я мог бы снимать рекламу. Я там в этом году, наверное, получил среди русских рекламных режиссеров, хотя я не снимаю рекламу, очень редко, наверное, самое большое количество наград там по разным фестивалям, в том числе там вошел в Каннский шорт-лист рекламный.
Поэтому как бы для меня кино не является в чистом виде способом зарабатывания денег. Для меня кино это то, что, как бы, то, что мне интересно, и то, что позволяет мне оставаться мной. Да, так сказать, не превращает меня в счетную машинку внутреннюю. Да, потому что кто-то путешествует, кто-то катается на яхте, кто-то забирается в горы, я стараюсь снимать кино. Поэтому, если мне это было бы неинтересно, сколько бы мне денег не предлагали, я бы за это не взялся. Я сейчас отказался от большого количества проектов, потому что мне кажется, что там то, что я сейчас пытаюсь сделать, ну, сделаю, не сделаю, посмотрим. Это интересно. Просто для того, чтобы оставаться режиссером кино, мне кажется, нельзя снимать много рекламы. Потому что если ты пытаешься снимать о людях, об их глазах, какой-то там внутренней жизни, да, там, о любви, то макароны, сок и что-то может просто, так сказать, ослабить какие-то твои умения. Поэтому, конечно, и надо заниматься, но просто она может похоронить под собой. Надо аккуратно. А вы про макароны и сок снимаете ли? Я не снимаю про макароны и сок, я снимаю про бытовую технику. Насколько я знаю, одно из условий Сабины было то, что вы не смотрите короткометражки друг друга, да? Так, как, знаете, как в школе не списывать, не подсматривать, не подглядывать. Это правда или нет? Я не знаю, наверное. А вот Леша, он... Вы видели короткометражки друга? Петя, я не смотрел, Леша? Я вообще не смотрел ни одной короткометражки. Нет, такая договоренность была, что никто не знал сценариев изначально. Потом, когда технологический процесс стал происходить, уже выходила копия, и кто-то из ребят приходил, смотрел, и поневоле, смотря свою короткометражку, ты с захлёстом уходил на другую. Я специально не смотрел другие, но кто-то из ребят другие смотрел. А я посмотрел, потому что все боялись, думали, я много кто не смотрел, все думали, а у него лучше, а у него хуже. У всех хорошо получилось. У всех получилось достойные, в общем, свои разные, но интересные, хорошо сделанные фильмы. Послушайте, для вас что такое спортивное соревнование было? Для режиссеров это всегда спортивное соревнование. Это профессия такая. Я считаю, да, я поддерживаю полностью. Я считаю, что это какое-то здоровое соревнование. Не так это здоровая вещь. Какое-то соревнование какое-то в этом есть. Ты же боксер, с тобой не здорово, не посоревнуешься. Ты как дашь, да все.